Детское лакомство завтрак. Самый популярный завтрак в 2023. Яйцо 1 штука. Сахар 3 столовые ложки. Соль пол чайной ложки. Перемешиваем. Кефир 300 миллилитров. Вода 40 миллилитров. Перемешиваем. Мука 240 грамм. Муку просеиваем. Все хорошо перемешиваем до однородной консистенции. Сода пол чайной ложки. Даем тесту отдохнуть 30 минут. Киви. Банан. Яблоко. Обмакиваем фрукты в тесте. Растительное масло. Жарим по 1 минуте с каждой стороны. Очень вкусный завтрак, пальчики оближешь. Сироп любой на ваш вкус. Приятного аппетита!